В этом выпуске вы увидите носорогов, прекрасного олененка Бэмби, обезьянку-воришку и мишку, который пахнет попкорном. Зоопарк в Таиланде принадлежит королевской семье. Он очень огромный. Мы решили воспользоваться таким вот транспортом. Первыми, кого мы увидели, это были оленята. Вы только посмотрите, какой милый Бэмби! Есения, конечно, хотела его покормить. А мы отправляемся дальше. Кого мы будем сейчас кормить? Носорогов? А дальше мы кормили носорогов. Нравятся тебе носороги? Классные? На следующей станции мы посмотрели бегемотов. И самых больших, и совсем маленьких. А еще, ну просто невероятной красоты фламинго. Вы только посмотрите, кто идет. Она точно что-то затеяла. К слову сказать, обезьянки по территории зоопарка передвигаются абсолютно свободно. Так, еще одна. Это ж послаще будет, да? Эх, не удалось ничем полакомиться. А мы отправляемся дальше. Очень хочется посмотреть мишек, которые пахнут попкорном. Ну вот, приехали к медведям, а тут снова мартышки. Вот они. Ура, ура, мы до них добрались. Представляете, это медведь, а называется он Бинтуронг. Еще его называют кошачий медведь, хотя внешне он больше похож на енота. Какой же он необычный! А самое интересное, что эти медведи правда пахнут попкорном. Ну а если вы хотите посмотреть, как мы ездили в гости к лемурам, то переходите по ссылке. Пока-пока, до новых встреч!